Итак, Россия великолепная страна, только у нас все делается так, своеобразно. Ну, кстати, если вы думаете из нее эмигрировать, то только не в Америку, там все еще веселее. Там смерть очень дорогое удовольствие, поэтому молодость-то там, а вот на остаток жизни в другое место. Что в России есть, то, что есть в Америке. Ну, мы повторяем американские ошибки. В свое время центр Нью-Йорка, бизнес-центр Нью-Йорка был местом очень таким сложным. Отсутствие парковок и вечные пробки. В Магнитогорске все то же самое. Посмотрите, пожалуйста, на улицу Гагарина. Там Гагарина 35, Гагарина 33. Бывшие учебные заведения перепрофилировали под бизнес-центры. В результате и водители там, ну не просто бараны, отмороженные бараны, потому что и проехать нельзя. Мало того, что там знаки поставили, но мы как-то чихаем на эти знаки, не смотрим. То есть вот такой вот бизнес-центр, да, нормально. Ни к вам приехать, ни посидеть, ни припарковаться. И мы сегодня говорим про химчистку «Лебедь» из позиции ведения бизнеса. Конечно, здесь немного помещений, сдаваемых в аренду, но зато здесь очень удобно. Давайте посмотрим эти помещения. Ну а что, грамотные такие помещения с ламинатом, современными обоями, естественно, пластиковые стеклопакеты, и удобно, что никто никому не мешается. То есть не задорого можно устроить солидный офис. При этом здесь нет пробок, и до Макдональдса источника правильного питания всего 2 минуты. В ближайшей перспективе свое кафе. И для кого бы все это? Ну, учитывая, что здесь просто рай автомобильный какой-то, то почему бы и не для тех, кто хочет внести конкуренцию на рынок автомобильного масла? Но это, как говорится, мысли вслух. Просто когда есть отлаженная инфраструктура, в которой, внимание, есть своя котельная, когда есть куда поставить автомобиль свой и коллег по работе, естественно, машины клиента, чтобы не работать, то... Под солидный склад и 2 свежеотремонтированных офиса. Немного, но достаточно. Для того, чтобы вы могли вести в тихой и спокойной обстановке свой бизнес. Бизнес в таком очень уютном месте, где, ну, реально есть что делать. Потому что к вашим же услугам тут и большая парковка, причем она свободная. К вашим услугам здесь автомойка, и в скором времени к вашим услугам здесь будет замечательное кафе. Ну, не кафе, а ресторан. Да, и туристическое агентство здесь тоже будет под боком. То есть, ну, чем не маленький бизнес-центр. Ну, в таком спокойном месте, здесь, на Московской 5, в здании химчистки «Лебедь».